Прошло 3 дня после посадки этой гелиоспермы. Вроде бы она чувствует себя неплохо. Даже цветочки стали снова цвести. Я их пересаживала, они уже цвели. Ну, по всей видимости, они прижились. Сейчас я ее полью. Так что все нормально будет. Я думаю, что она приживется на этом септике. А хостки тут под... не стали почему-то хорошо расти. Так себе. Еще маленько полей. Сегодня жару обещают, 35. Поэтому надо мне их тут пролить хорошенечко, чтобы день хорошо провели они. Тут особенно оно на солнышке. Наверное, земли подсыпать тут, потому что уже вон, видать, септик этот, он совсем тут не глубоко. Это опалубка осталась, видать, не сняли. Там так-то бетон под землей. Здесь вот крышечку ложим, потому что дождик, чтобы лишний раз не попадало. Так-то она вот как выглядит, септик этот. Вот эту крышечку от дождя все равно, чтобы меньше это ветер, чтобы ветер не сдувал ее. Жду красоты на септике. Доброе утро, черепашка. Ты живешь у нас теперь. Ты какая хорошенькая. Тебе понравилось у нас, да? Время 6 утра, ты уже на прогулочке. Вот умничка какая. Да? Давай тебе имя тогда дадим. Как тебя назовем? Тортива или как? Хорошо тебе тут. Лёля, посмотри, кто у нас. А, Лёля, посмотри. Кто там у нас ходит? Она тебя укусит. Лёлик, фу, нельзя. Нельзя, она тебя укусит. Не лезь к ней. Лёлик, нельзя черепашку трогать. Видишь, она злится. Зачем ты ее тревожишь? Пусть сидит, греется. Какая она красивая. Видишь, какие у нее лапочки зеленые. Все, ты ее испугал, Лёлик. Ну как так? Ты мокрый весь, что-то травки лазил. В бочку зерно насыпаем. Можно этот мешок высыпать. Что он здесь стоит? Только под ногами болтается. В этих кондырах пекут лаваш. Лаваш. Красиво.
зашли в овощной ларек у нас здесь на Увеличковской. Вот такой ассортимент у нас. Дыньки по 40, нектарин 120, виноград 140, персики шикарные, персики 130, огромный, вкусный, сладкий. Абрикосы почем? 120. Груши уже появились, яблочки. Так, кукурузка, помидорки, лучок, чесночок, кабачки 22, морковочка. Да, пойдет. Мне еще килограмм морковки взвешите, пожалуйста. Перцы 140, эти по 50, огурчики по 60 и помидорки по 40. Прекрасный ларек, мы здесь заезжаем очень часто. Вот обычный ларек в доме, люди торгуют, очень хороший ассортимент у них. Ремонт идет полным ходом, асфальт меняет полностью. Какие. Сегодня мы были в станице на Увеличковской и купили астраханский арбуз. Сейчас будем его тестировать. Краснючий, красивый, надеюсь, сладкий. Друзья, пробуем арбузик астраханский. Сегодня купили. На вид красивый, красный, хрустел. Сейчас будем пробовать. Сладючий. Очень вкусный. Прошлый арбуз, который мы брали, он был круглый. Ну, он был сладенький, конечно, но не настолько, как вот этот вот. Этот очень вкусный арбузик. Было написано, что астраханский. По 20 рублей килограмм. Арбуз вытянул где-то на 140 рублей, такой овальный он. Вкуснятина. Так что уже можно брать астраханские арбузы, я думаю. Уже время пришло. Картофельное поле, вот второй раз мы которую садили, видите, как зашло. Некоторые кустики почему-то не взошли, клубни. Ну, некоторые стоят неплохо. Обрызгиваю картошку от жуков. Соседке осталась трава. Я брызгаю ей.
Папа распиливает хлам на дрова, чтобы было из чего шашлыки делать. Малинка еще есть, кое-где красная. Уточки соседские. Плюхаются в водичке. Лезем полоть малину. Здесь я ее посередине прополола, а вот от соседки, от забора, там выросла поросль от яблони, от сливы. И я хочу вот такой маленькой тяпочкой, потому что большой там не подлезти. Папа мне ее наточил. Я хочу там ее вырубить. Заодно по пути тут все можно подтяпать. Тут мы подсыпали землю, которая с подвала была. Видите, какая? Ну, чтобы забор тут, дыры, чтобы не было под забором. Эти яблочки падают с соседских деревьев. Я их собираю, индюков кормлю, сушим. Соседка сказала, все, что на вашей стороне, все ваше. Такой у нас закон. И у нас также. Все, что на ее стороне, то ее. Правда, нашего там на ее стороне ничего нет. Вот эта поросль от слива. Как она плохо рубится, это ужас. Рублю, рублю, я ее весной рубила. Она опять выросла. Насколько. Да тяпка что-то плохо берет. Опять поросль. Так, это от яблони. Там. Вроде дождь был, а земля сухая, тить колотит. Это что? Здесь смородина выросла. Это... Ух ты, руками не... Руками никак. Так, яблочки выкидываем, индюкам соберем. Надо будет удобрить малину на зиму, на осень вернее. Тут еще по меже стоит вот такой пень. Видите, когда-нибудь мы доберемся до него и спилим. Хоть она не мешает, он здесь стоит между малиной и забором. Но все равно, я думаю, ни к чему. Смотрите, лаз. Лазит кто-то у нас тут, коты или, может быть, ежики, может, еще кто-то. Ну, кто-то лазит, короче. Так, а вот эта вот вонючая трава так быстро растет. Как-то она называется, не знаю. Как-то мне говорили, я забыла. Здесь надо зарыть лаз этот. Не лазили лишние тут животные. Отдыхаем, красоточки мои. Собираем яблочки. Вот у соседушки, видите, яблонь какая на нашу сторону. Яблочки падают, вот они. Так, собираем. Хорошие сушим, которые похожи, индюкам режем. Они очень хорошо яблочки кушают. Малинку малмарски прополола. Вот этот бурьян надо будет убрать весь. И, конечно, столько травы. Это просто невероятно. Не было столько в июне травы, сколько в июле. Виноград.
чайник прямо на полу наливается. Смотрите, какой. Это мой любимый. Он столовый, но он такой вкусный. Наверное, уже через недельку будет готов. Вообще такой сладкий. Свинки бегут. Здесь какая красота. Ой, невероятный виноград. Видите, какая грудочка. Огромная, наверное, килограмм. А с той стороны еще больше. Видите? Вот такой красивый, красивый. А здесь вот такой синенький наливается. Видите, тоже уже местами начал. Это арбузное поле папино. Видите, арбузы светятся. Сейчас. Я их уже снимала, конечно, но еще вам покажу. Вот арбуз. А там все в траве заросло. Боже мой, даже арбуза не видно. Ну, да. Ну, говорят, что арбуза не полят. Насколько я слышала по видео. Хотя я уже ему два раза тут пропалывала, он что-то полол. Ну, можно маленько еще прополоть. А кишмиш, смотрите, какой. Ну, разве это не прелесть? Мне кажется, он уже даже созрел, что ли. Сейчас я его попробую. Для кого уже можно есть? Ну, слабичи-прислабичи. А, вот этот зеленый. А это видно, что поспел. А сегодня срежу одну гроздочку. Смотрите, какой красивый. Вкусный. Сейчас пойду помою и кушать буду. Виноградик свой. Вот так он лег. Вот так-так. Вот так я умею. Вот и гусочки такие, да? Вот и гусочки. Где мой зайчик? Где Бонечка? Куда она убежала? Где эта Бонечка? Все время где-то шляется. Скажи, я один дома. Лежу себе. Да? Лёлик. Вот ему холёсый. Такой мальчик послушный. Послушный. Вот чё, зайчик. Козе время вечер, Бони где-то нету, где-то сляется. Один я дома. То есть что такое?